Илья, ты сегодня провел фантастический матч, 9 сейвов и повторил свой личный рекорд. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще игралось сегодня? Хорошая атмосфера, не хватало, наверное, болельщиков, все-таки было дерби, непривычно было видеть не так много людей на стадионе, как обычно это бывает. Насчет личного рекорда хорошая информация, поэтому спасибо. Насколько тяжело вообще было тебе играть с таким давлением, потому что ЦСКА атаковал очень много, а ты очень много тащил? Ну, наверное, для вратаря бывает такое, что когда, наоборот, когда слишком много давления на твои ворота, где-то даже проще, нежели когда стоишь всю игру без моментов и нужно в определенный момент выручить. Поэтому никаких проблем не было, наоборот, старался получать удовольствие от футбола. Мы следующий матч проведем с Химками, это твоя бывшая команда. Как ты по-особенному настраиваешься на матч? Буду рад увидеть людей, с которыми провел достаточно долгое время вместе в команде. Обычная игра будет, но просто будет приятно увидеть людей некоторых.